23 июня в Театре драмы состоялся торжественный вечер, посвященный выпуску врачей и провизоров факультета по обучению иностранных студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. В этом году дипломы об окончании вуза получили 140 юношей и девушек более чем из 40 стран мира. Я поеду в Марокко, обратно к стране. Там буду радовать родителей, им помогать, присоединяться к ним и с ними поработать. Под звуки торжественной музыки в зал театра драмы вошли выпускники в шапочках-конфедератках и мантиях, окончившие личфак в красных, фармак в зеленых и стоматологический факультет в белых. С приветственным словом к ним обратился ректор РязГМУ Роман Калинин. Наверное, может быть, у кого-то маленькая, у кого-то большая мечта получить профессию врача, стоматолога, провизора сбудется. Сегодня очень большой, великий для нас день, для вас. Нам всегда и радостно, и грустно отпускать вас из университета, выдавая диплом, выдавая этот, по сути, билет во взрослую жизнь, в профессию. Поздравить выпускников собрались преподаватели, друзья и студенты младших курсов, родные и близкие. К Марте на выпускной приехали родители. Ее отец также учился в России и теперь гордится, что дочь пошла по его стопам. Я из Намибии. Я буду терапевт, сейчас терапевт, но потом, я думаю, я буду гинеколог. Выбрали Россию, особенно Рязань, потому что мы знаем, что в России качественная и действительная учеба, система учебы. Слова клятвы Гиппократа, пожалуй, самый ответственный момент в жизни любого врача. И в этот важный день Роман Калинин подчеркнул, что университет не расстается со своими выпускниками. Впереди их ждет обучение в интернатуре, ординатуре и получение сертификата специалиста. Очень важный день и для ребят. Они получают дипломы. И, ну, по сути, воплощается их мечта получить профессию врача, закончить наш университет. Для нас это праздник, потому что мы даем право работы, мы даем диплом большому количеству ребят из разных совершенно стран. Это подтверждение высокого статуса университета. В настоящее время на иностранном факультете РязГМУ обучается около 1000 студентов из 57 государств, благодаря чему вуз можно назвать интернациональным медицинским университетом России.